Партия «Единая Россия» реализует проект «Крепкая семья». Он призван привлечь внимание к решению семейных проблем, консолидируя вокруг себя общественные организации и социально активных горожан. Одно из мероприятий проекта состоялось в клубном учреждении «Лира». Подробности у Ольги Черной. Клуб «Лира» на несколько часов стал площадкой для общения в теплой и по-настоящему семейной атмосфере. За чашкой чая собрались люди разных национальностей. Друг с другом они готовы поделиться не только секретами своего семейного счастья, но и традициями. Сегодня мы начинаем вот такой вот цикл мероприятий в рамках реализации нашего партийного проекта «Крепкая семья». И мы очень рады видеть сегодня достойные семьи нашего города, которые достойно представляют наш город на всевозможных конкурсах. Этот праздник местное отделение партии «Единая Россия» организовало совместно с общественной организацией «Женщины Муравленко». «Крепкая семья, крепкая Россия» – это пока первая встреча в целом цикле мероприятий, запланированных общественниками. Планировать в дальнейшем собрать те семьи, которые прожили уже 25 и даже 50 лет, есть такие семьи, и поделились секретом семейного счастья, секретом вот тех семейных уз с молодыми семьями. Проект «Крепкая семья» нацелен на сохранение семейного климата, соцподдержку в трудных ситуациях. Но пока о проблемах не говорили. Все внимание добрым семейным традициям и обычаям. Например, семья Поликарповых угостила всех чувашским мясным пирогом «Кагай-куклей». Чувашский народ, он славится всегда своим трудолюбием. Он никогда не славился своим богатством. Он всегда добивался сам, упорством, именно трудолюбием. И поэтому вот этот мясной пирог готовился только на большие праздники. А в поддержку семьи выступили воспитанники детского сада «Сказка». Девчонки, мальчишки, сплошные шалунишки, они читают книжки. На мой взгляд, это как раз яркая демонстрация того, что самое ценное, что есть в жизни, в мире, это семья. Такие мероприятия сплощают, объединяют разные различные национальности. Вот на этом мероприятии присутствуют различные народности, и это, я считаю, укрепление семьи. Это не только ценно для нас, для взрослого населения, но и для наших детей. Вот моему сыну 11 и дочери 4, они с удовольствием сидят и слушают, интересуются этим. Впереди еще не одна встреча и приглашение к участию в мероприятиях новых семей. Общение, обмен опытом и советы сегодня нужны каждому из нас. Ольга Черная, Владислав Дроботов, новости Муравленко.